Китайцы хотят там 50 заводов построить. Но никто не сказал, еще не показал ни одного завода. Никого не обсудили. Но подготовились с почвы, то есть народ сгоняет, чтобы они не мешал. И будут строить эти заводы. Хотят, по крайней мере. Но надо их, пусть положат, покажут народу, что за заводы, что они дадут и какие-то. Но я не думаю, что они самые высокие технологии вот здесь, значит, так сказать, реализовывают. Это будут самые грязные производства, которые там мешают им. Вот. Поэтому очень нехорошая система.